Заключительным гала-концертом и награждением победителей в последний майский день в Темрюке завершился районный фестиваль народного творчества «48-я Таманская музыкальная весна». Днем бушевала гроза, прошел сильный ливень, но это ничуть не испугало участников фестиваля, собравшихся в Темрюке. С флагами России, Кубани, Темрюкского района и фестиваля под марши духового оркестра субботним вечером они веселой разноцветной колонной прошли по улице Ленина. В районном доме культуры их приветствовали многочисленные зрители и начальник районного управления культуры Наталья Шульга. Традиции остаются всегда неизменными. И сегодня мы встречаем 48-ю, нашу любимую Таманскую музыкальную весну. Вы знаете, год культуры, он вдохновляет. Наверное, именно поэтому у нас такой богатый урожай. 58 лауреатов первой степени, 8 гран-при. Ведь это действительно отрадно. И это все те люди, которые сейчас сидят в этом зале. Огромное хотелось сказать спасибо и тем участникам самодеятельности, которые приходят в наши клубы, которые радуют своих односельчан. И еще низкий поклон вашим руководителям, которые бережно хранят эти таланты, поддерживают и всегда развивают. Осталось единственное, что сказать. Заключительный праздник нашего родного фестиваля «Таманская музыкальная весна 48-го» открыт! На сцену один за другим выходили вокальные коллективы и солисты, хореографические ансамбли, взрослые люди и молодежь. Многократно под сводами РДК гремело «Браво», а бурные аплодисменты коллег по культурному цеху и зрителей-поклонников достались абсолютно всем. Главная награда фестиваля – Гран-при. В этом году жюри присвоило этот титул 8 коллективам и исполнителям. Это беспрецедентное событие фестиваля «Таманская музыкальная весна». Гран-при в номинации «Продвижение» присужден Арине Пологовой и трио «Секрет». Гран-при в номинации «Танцевальный прорыв» вручен народному ансамблю танца «Юность Тамани». Гран-при в номинации «Вокальное искусство» присужден народному вокальному ансамблю «Элегия» и Ксении Барнаш, Татьяне Горобец, народному хору казачьей песни «Темрюкские казаки» и народному вокальному ансамблю «Раздолье». Фестиваль «Таманская музыкальная весна» 2014 ушел в историю культуры Темрюкского района, Кубани и нашей любимой России. Фестиваль завершен, но встречи с творчеством и искусством продолжаются. И пусть они будут еще радостнее, еще ярче, еще красочнее. До встречи на «Таманской музыкальной весне» в 2015 году.